Большой праздничный концерт в честь самого красивого дня в мире подготовили детские творческие коллективы «Орла» под шефством городского центра культуры. Песни, танцы, стихи создавали настроение всем прохожим. Атмосферу поддерживали ростовые куклы, но больше всего внимания у малышей вызвали тематические мастер-классы. Орловский техникум «Сфера услуг», к примеру, учил маленьких красавиц парикмахерскому искусству и маникюру. Пользовались популярностью у детей кружки по бисероплетению, интеллектуальные викторины, оригами. Это собачка зовут Люся. Согреться в этот и без того солнечный день можно было бесплатным чаем и плюшками. Приурочили к праздничному дню и открытие новой тематической скамьи на крыльях детства. У нас уже здесь есть скамья примирения, у нас есть скамья исполнения желаний, у нас есть скамья вдохновения, у нас есть скамья счастливая семья. Сегодня мы открываем скамью на крыльях детства. Торжественно принимаю новую веточку, тем самым открывая скамью на крыльях детства! Облагораживание сквера семьи вот уже несколько лет идет в рамках программы «Тебе, любимый город». Автором всех арт-объектов является орловский дизайнер Олег Кваснин, который традиционно использовал в своем творении кованые элементы и украсил каркас скамьи гроздями винограда. Так какие они, крылья у детства? Солнечные, радостные. Ты должен радоваться пока что, ты не взрослый. Скажи, когда вырастешь, там уже не поиграешься, там уже нужно с детьми следить. Еду носить и так далее. В завершение праздника все первоклассники получили подарки, которые непременно пригодятся в школе. Алина Лагутина, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».